У нас появилась дополнительная точка отгрузки на обогатительную фабрику кварцита, а также в ближайшем будущем отгрузки богатой руды. Это первый состав, который мы отгружаем на обогатительную фабрику. С стратегической точки зрения, естественно, имеет большое значение разработка южного карьера, поскольку он уже в предыдущие годы был вскрыт и, в принципе, полностью готов для того, чтобы начать отсюда отгрузку сырья для обогатительной фабрики, то есть неокисленных железистых кварцитов.